Вопрос к вам. Сколько будет стоить этот храм? Я не знаю. Может быть, просто на богоугодное дело эти деньги пустить? Помочь сиротам, больным людям? Может быть, Бог оценит лучше, чем отрывать деньги? Вот слушайте, вот вы сейчас в своем вопросе обвинили. Я не обвинил, я вам вопрос задал. Нет, вы сказали отмывать. В вашем вопросе было обвинение в сторону честных, порядочных людей. Каких честных, порядочных людей? Назовите пофамильно. Те люди, которые гарантируют постройку этого храма, это... Вы считаете, что они честные и порядочные? Да, да. А кто вам это сказал? Подождите. Это они сами сказали? Подождите. Это их пресс-служба сказала? А вас какие основания обвинять в чем? А я их ни в чем не обвиняю. Я спрашиваю, обычно основания чего вы их назвали честными и порядочными? Вы ангажированный человек? По крайней мере, я их знаю обоих. Вы ангажированный человек? Я их знаю, да. Что вы делаете? Вы пришли их оправдывать сюда? Нет, я пришел не ответить вам на ваш... Вам не стыдно перед людьми? Я пришел не ответить на ваш вопрос, в котором содержалось осуждение. Я вам вопрос задал, не проще ли деньги пустить на богоугодное дело? Может, Бог оценит? Послушайте. Помочь сиротам, больным людям. Почему мы в программе «Время» собираем на детям деньги на лечение, а потом пускаем деньги на строительство храма? Как вы думаете, что для Бога важнее, сделать добро людям или построить храм? Вот я сейчас осознанно на ваш вопрос не отвечаю. Я первый раз вижу, когда протестующие перекрывают дорогу, и водители совершенно не возмущаются. Это удивительно, в Екатеринбурге такое впервые. Скажите, а вы испытываете дискомфорт из-за того, что здесь протестуют? Нет, никакого дискомфорта. Мы готовы постоять даже? Да, да. До утра будем стоять, надо было. Понятно, спасибо. Вы испытываете дискомфорт от того, что здесь акция протеста проходит? Да, в принципе, нет пока что. Здесь День Победы, машина уезжает. Не против строительства храма. Пожалуйста, стройте вон там вот чудесный пустырь напротив Демидовского бизнес-центра. Вот. Полно, мне кажется, площадок можно найти. Вот, конечно, вот это вот отношение, когда что-то ночью тут что-то возводят, как-то с кем-то, ну, типа было какое-то обсуждение, не знаю, кто в нем участвовал. Это не конфликт между атеистами и православными. Это конфликт между простыми гражданами, налогоплательщиками и олигархами, конкретно Козицыным и Алтушкиным, которые решили поставить храм имени себя, и областного правительства, которых в этом всячески поддерживает. Вот и все. Это простая, понятная позиция. Граждане требуют, чтобы их услышали, а власть делает вид, что их не существует, и самоустраняется. Конечно, принятие решений, как оно сейчас происходит, это абсурд. И дело даже не в том, храм, сквер, вы просто не учитываете мнение ни людей, ни... Кого вообще? Вы? Посовещались или нет? Не вы лично. Я не про вас говорю, да. Я имею в виду областные власти и олигархов, которые здесь распоясались просто и все, и обнаглели до талого. Что с ними делать? Он вяжет кого-то. Мужчина? Произвол полицейский, наверное, да? Да он ничего не сделал. Вот, сотрудник уронил девушку, толкнул, она упала, ударилась. Я возмутился этим, теперь меня ведут. За что вас ведут? Это что, преступление стало?
убираем видео. Видео убираем. Не надо руками. Руками. Вот и видео убирайте. На основании чего? На основании чего? Проникновения на территорию. Мы не проникаем, мы работаем. Территорию. Ваша территория, что ли, частная? Что? Что? Мы не подходим, мы снимаем лица. Страна же должна знать своих героев. Видите, как героев? Мы за все! 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 Мы за свет! Мы за свет! Мы за свет! Присоединяйтесь! Просто стоит толпа, в какой-то момент начинает пара человек-провокаторов кричать и бежать к забору, и как волной накрывает. То есть люди включаются, перестают соображать вообще, что они делают, потому что вот эту конструкцию с острыми штырями наверху, ее в какой-то момент направили в толпу и потащили, не видя, что делают, набегая на детей, потому что, ну, школьники... Оккупант! Ломай, ломай! Пустите! Ломай, не строй! Забор демонтировали и уносят с места, площадку разгородили! Они задавали себе вопрос, где расстреляли Николая Романова и его семью? И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой кафедральный храм и не восстановивший его, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивает и сейчас свой шабаш. Это все, что осталось от забора, которому ГМК и РМК оградили стройплощадку своего скверного храма. Как они собираются строить храм при таких протестах, остается непонятным. Настрой людей таков, что они будут стоять до конца. И земля из общественного пространства переводилась в, передавалась под нужды религиозного назначения. Мне кажется, категорически неверно, категорически нельзя. С этого все началось. Дальнейшие ваши действия вы будете продолжать защищать? Я буду продолжать защищать сквер, но я могу говорить только за себя. Потому что здесь получилась ситуация, и она меня радует. То есть ситуация, когда нет единого лидера, нет даже двух, трех или четырех лидеров, люди приходят сами, просто потому что они узнали информацию, что вот их сквер пытаются застроить. И этого, к сожалению, не понимают те люди, которые пытаются этот сквер построить. Они не понимают. Они ищут везде конспирологию, что какой-то заговор. Сегодня обвинили нас там, террористы, говорят, какие-то ломали забор. Это Курышев, да? То есть там один из священников об этом говорил. Говорил о том, что там это инспирируется там Госдепом, который там в адрес Рената Низамова. То есть Низамов тут же сказал, то есть я же на вас суд подаю, потому что это бред полный. Вот. И они не верят, откуда взялись пледы, люди принесли. Откуда взялась вода, люди принесли. Откуда взялись гамбургеры, да люди принесли. Все. Вы уже видели, протестующие сломали часть оцепления. Лоббисты скверного храма очень боятся, что сломают оставшуюся часть забора, и поэтому они выступили вот этих вот бюджетников в погонах, которые не пускают людей, не дают им пройти по набережной, нарушают их законные права, но при этом выполняют приказ, видимо, боятся, прикрываются своими детьми, ипотекой, хотя не понимают, что у тех, кого они там бьют своими дубинками, тоже есть дети и ипотеки. Вот не стыдно вот им. Да, свою бабку, мы будем показывать. Да.
Жрется снова. Давайте начнем здесь разговаривать. Давай-ка отойдем чуть-чуть. Против своих граждан. Давайте не сюда. Вы знаете, я об этом как бы услышал и то мельком только вчера. Немножко даже удивился, не понял, что там происходит. Это ваша так чисто региональная история. Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Ну а как же, если речь идет не о записных активистах там, из Москвы, которые приехали для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить, а если речь идет о местных жителях, то, конечно, это нельзя не учитывать. Поэтому я думаю, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ провести опрос. Кто кинул петарду? Я не знаю, без понятия. Но девочку били дубинкой какие-то. Вот. Девочку? А кого затащили? Кого-то мужика, не знаю. Но это точно не он кинул петарду. Он стоял с края вот тут. Я видел, что затащили одного парня. Не знаю, может быть, несколько человек было. Сотрудников полиции летят предметы. Кого ведут? Похоже, что никого не ведут на сей раз. А кому мешают люди? Какие требования они нарушают? Граждане, просьба разойтись. Вы нарушаете требования 54-го федерального закона. Уважаемые, вы должностное лицо соответствовать статье 47 закона СМИ, ответьте на устный запрос. Что нарушают люди? Граждане, просьба разойтись. А что за закон? Вы нарушаете требования 54-го федерального закона. Требования огласите, пожалуйста. Не прекратившие незаконные действия будут привлечены к установленной законом ответственности. А вас возле этого фонтана, ваша территория. Это ваша территория возле куда? Куда ты побежал-то, а? Ну, как вы видите, сотрудник полиции, который вышел, не смог пояснить требования федерального закона. Более того, он отказался ответить на устный запрос. Как говорят очевидцы, основные провокации сегодня были все со стороны полиции. То есть, я так понимаю, полицейские как раз-таки заинтересованы в силовом варианте развития ситуации. Мы за Россию! Россия за нас! Мы за Россию! Россия за нас!
Сотрудники ОМОНа группируются. Сейчас они пойдут прорывать толпу еще дальше. Еще дальше отодвигать ее к драмтеатру. Мы за сквер! Мы за сквер! Мы за сквер! Мы за сквер! Да и плохо мне, блядь. Театр Ашан? Все-таки они перешли парапет, что удивительно. Интересно, как они будут переходить фонтан? А девушек тоже бить будете? В понедельник, 20 мая, в открытой студии. Екатеринбург восстал против теневых хозяев города, медных олигархов Алтушкина и Козицына. Самопровозглашенные уральские князья строят храм имени себя любимых в правительственном квартале в центре. Городской сквер, что находится в этом месте, пустят под топор. Населению пудрят мозги об исторической ценности данной затеи. Тех, кто не разделяет восторга по поводу планов уральских папиков, уже записали в агенты Госдепа и враги народа. Что на самом деле творится на Урале в эти дни, о чем молчат власти, и так ли необходим тот храм городу, где прекрасно функционируют еще 52. Запоминай, в понедельник в 16:00 по Москве или 18 по Екатеринбургу прямой эфир открытой студии. Я буду тебя там ждать. Увидимся.